Знаете что? Меня только что вытащили из ванной, чтобы читать срочные новости. Я просто в шоке, блин, сколько можно? Это ужас какой-то. В общем, короче, самая главная новость – это то, что, значит, все наезжают на Владимира Владимировича, потому что там нападение в Курской области, а он, оказывается, ничего не знал. Вы понимаете? Он вообще ничего не знал. Он вообще даже не знал, что есть какая-то война. Вы понимаете? Он думал, что спецоперация. Он же всегда говорил, что мы еще ничего не начинали. Он вообще думал, ему Медведчук 2 года назад позвонил, говорит, помоги мне баллотироваться президент. И все, Владимир Владимирович говорит, он даже не успел ему помочь. Вы понимаете? Он вообще забыл про это. Он думал, что там Медведчук президент, все нормально. Нормально. Ему никто ничего не говорил. Вот доказательства, смотрите. Вы понимаете, человек вообще ни сном, ни духом. А там вообще напали на Курскую область. Он вообще в шоке был. Он говорит, в смысле напали? Почему напали? Что произошло? Они говорят, так у нас война. А он вообще в обморок упал. Он вообще ничего не знал. Он как узнал, он плакал. Вообще бедный так переживал. Вообще ужас. А самое ужасное, ему когда сказали, вы знаете, что ему когда рассказали, что нападение произошло, все рассказали, как фашисты, укробандеровцы напали на Россию, как Россия защищалась 2 года, 2,5, вообще потом на Курскую область напали. Ужас. А знаете, из-за чего он больше всего расплакался? Когда показали вот эту женщину, которая встречалась с цветами, говорит, Путин гондон штопанный. Ну или как она там сказала. Вот встретил вместе с Суджи... Человек, я хочу спросить, вы как относитесь к освобождению Суджи? Да здравствует Суржанская Народная Республика. Искренне, да. Достала Раша, сил нет. Достал терроризм. А если... Путин пидорас. И, в общем, Владимир Владимирович, когда узнал, что он пидорас, он так расстроился, он так плакал. Это, вы понимаете, нож в сердце человеку. Он для россиян все, он же их с колен поднял. А они ему такой говорят, Путин пидорас. Вы представляете, что?